Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая принесла младенца и оставила его в перинатальном центре Ангарска. Сама история достаточно загадочная. Неизвестная представилась матерью ребенка и сообщила, что родила девочку по дороге из Листвянки в Иркутск. Женщина назвала врачам фамилию и имя ребенка, а также сообщила, что младенец ей не нужен. По ее словам, связано это с тяжелым заболеванием, правда, каким именно, осталось неизвестно. После того, как медики забрали новорожденную для осмотра, женщина скрылась. Сейчас ведется ее розыск. Установлено, что врачам предполагаемая мать малыша предоставила ненастоящие сведения о себе. На данный момент младенец находится в перинатальном центре. Девочке официально присвоен статус брошенного ребенка, ведь заявление об отказе от новорожденной в учреждении здравоохранения не поступало.